с тобою в зале двое. И елку здесь никто не охраняет, на ней игрушечки сверкают. Давай ее обдерем, игрушек продадим, денег заработаем, на курорт поедем, на солнышке погреемся. Мяу! Глупый ты, видишь, елка не горит. Мы же с тобой ключ Карабасу продали. Тише, сюда что-то идет. Давай прикинемся нищими. Благодатели, родители, денег дать нам не хотите ли? Мы не ели и не пили, денег так не накопили. Благодатели, родители, вы помочь нам не хотите ли? К нам скорее подходите, денежек с собой возьмите. А потом Карабасу Барабасу говорим, как пак. Ну а кабачек будет брак. Злодей ему покажет нос, рассмеши друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Thank you.
Ему скрипнула мэвря. И не посмим, что хвост. Ребята, уважаемые гости и взрослые! Добрый день, дорогие друзья! Вас-то нам и не хватало для начала карнавала. Кто сюда с собой не взял шутки и улыбки, тот пришел на праздник нам, видно, по ошибке. Наш праздник новогодний всех к радости зовет. Веселым будет сегодня, веселым будет год. Но пришел к нам снова Новый год, и дни чудесные настали. А старый год пускай уйдет и прочь с собой унесет те двойки, что мы получали. Все пожелания ясны, здоровья, счастья, полной меры. Много праздников есть разных, но любимый Новый год. Говорят, он очень важный, кто как встретит, так живет. Новый год – праздник традиционный, и поэтому при его праздновании необходимо соблюдать определенные правила. Следовать всем традициям мы сегодня не будем, но вот обязательные символы новогоднего праздника – елка, Дед Мороз и Снегурочка – нам просто необходимы. Посмотри, какая здесь шикарная елка, и красиво убран зал. Согласна. Только вот Деда Мороза нет, да и Снегурочку что-то не вижу. Ты просто плохо смотришь. Вон их сколько, и Снегурочек. Не знаю. По-моему, Снегурочка выглядит несколько иначе. А вы как думаете? Да, сколько людей, столько и мнений. Ну что ж, друзья, все в сборе. Елка в праздничном уборе. И теперь, кого нам не хватает, давайте его и позовем. Дед Мороз! Круто! Дед придется на помощь сыщика звать. То не Сивка, то не Бурка, то не сивая Каурка. Сыщик, стань передо мной, словно лист перед травой. Как звать? Кого здесь надо вручать? Попал в беду наш Дед Мороз. Уж море слез. Скорее к делу приступай. Мороза срочно выручай. Какие приметы будут у деда? Кого надо искать? Скажите мне, какие приметы, и я буду искать. Я знаю примету. Он катки для нас устроил, снегом улицы занес, изо льда мосты построил. Это Дед Мороз. Примета у меня другая. Примета это вот какая. Человек немолодой, с преогромной бородой, ведет с собой за ручку на праздник свою внучку. Не ответьте на вопрос, кто же это? Дед Мороз! Ой-ой-ой! Схватил за щеку, кончик носа, разрисовал окно без спросу. Но кто же это? Вот вопрос. Все это делает Дед Мороз! У него румяный нос. Это Дед Мороз. Правильно, ребята. Благодарю вас за приметы. Смогу я поиски начать. Любезный сыщик, подождите.
Поппинс исполняет Вера Чебан.